Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6 февраля, день памяти блаженной Ксении Петербургской. И я прочитаю свое стихотворение, которое я написала во время паломнической поездки по святым местам в Санкт-Петербурге в 2001 году. Стихотворение мое называется «Ксения Петербургская». Молитвенница русская, прославившая Русь, Ксения Петербургская, тебе я помолюсь, скажу тебе, что грешница, поплачу на скамье, душа моя утешится, и будет лад в семье. На кладбище здесь очередь, как раньше в мавзолей. Идут с грехами дочери, с Россиюшки, со всей. Ты, женщина, помощница, и от разводов верек душа здесь прополощется и поплывет на берег. Мужчинам ты наставница, а для детей покров, спасительная здравница семейных очагов. Будьте все счастливы, пусть Ксения Петербургская всегда пребудет с вами в ваших семейных очагах. Будьте радостны, будьте открыты. Счастья вам всем!